Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картополов на этой неделе проверил обустройство военных городков для новых соединений, которые создают у наших западных границ. Теперь вкратце, кто где у нас окапывается. Как сообщил Интерфаксу представитель Западного округа Игорь Мугинов, в городе Богучар на юге Воронежской области на базе 9-й отдельной бригады формируется мотострелковая дивизия. Базой для создания второй дивизии стал военный городок в городе Ельня Смоленской области, построенный в середине 90-х. Для соединения которых выводили из западной группы войск в Германии, позже эту дивизию расформировали. Две бригады перебрасываются на запад из центральной России. В район города Клинцы, это Брянская область, из Екатеринбурга передислоцируется 28-я мотострелковая бригада. Соединение выведено из состава центрального округа и передано западному. А город Валуйки Белгородской области станет родным для 23-й мотострелковой бригады. Ее также передал центральный военный округ. Все эти соединения войдут в состав 20-й общевойсковой армии, штаб которой переведен из Нижегородской области в Воронеж. На коллегии Минобороны минувшей осенью Сергей Шойгу заявил, что с начала 2015 года в Западном военном округе сформировано около 30 новых воинских частей и соединений. Здесь необходимо напомнить и о формировании 1-й гвардейской танковой армии в Подмосковье, в состав которой вошла 4-я Кантемировская танковая и 2-я Таманская мотострелковая дивизии, 6-я танковая – это Нижегородская область, и 27-я Севастопольская мотострелковая бригада, она стоит на окраине Москвы. Новые соединения укомплектуют самым современным вооружением и боевой техникой.